пятом классе я училась, была война во Вьетнаме. Мне казалось, что если я пересеку границу и приду воевать за социализм, коммунизм, то война прекратится, если меня убьют. То есть вот у меня мечта была пересечь все границы и прийти во Вьетнам, чтобы воцарил мир. Вот эта детская мечта, она переросла, наверное, в другую. Я теперь езжу по миру, у меня самая большая мечта – объездить весь мир и посмотреть. Я понимаю, что это независимо ни от национальности, ни от людей, где бы ты ни находился. Если ты пришел с добром, и даже не зная языка, тебя везде понимают и принимают, это, наверное, очень важно. Мечты должны сбываться, и чтобы не было войны. Вот все равно оно пересекается вот с этим детством. Тогда я хотела прекратить войну, и сейчас я тоже против любой войны. И то, что происходит в нашем мире, очень грустно.